Сезон возрождения встречают не только мартышорами и цветами, но и граблей с метлой. Сегодня в столице стартовала традиционная весенняя генеральная уборка. В течение 2 месяцев более 400 рабочих будут наводить порядок во дворах многоквартирных домов, на зеленых насаждениях и в других общественных местах города. А чтобы Кишинев был зеленым и чистым, жители муниципия призывают присоединиться к этой кампании. Первое весеннее утро для 30 коммунальщиков, отвечающих за чистоту на чеканах, ничем не отличалось от последнего зимнего. Да, впрочем, и любого другого утра. Еще не рассвело, а они уже сгребали листья, подметали тротуары и наводили чистоту на остановках. Разве что мартышоры на груди немного поднимали настроение. 30 лет убирает город Вероника Опря. Говорит, Кишинев развивается, а вот культура у людей на том же низком уровне. Мурдари мари, фак. Лумяш, макароляк с пестрязы курацениаста. Да ну с пестрязы. А звырли тет талонаш или ще скобар один тролейбус ли арунка жос, ну ли арунка на урны. В этом году традиционная генеральная весенняя уборка будет проводиться 2 месяца. До 30 апреля на улицах столицы будут работать около 400 рабочих. На дороге уже вышла техника, которая моет асфальт. За уборкой будут следить сотрудники притур и управления ЖКХ, в том числе за чистотой на участках, за которые отвечают частники и жилищные ассоциации. Если на территориях, прилегающих к их участкам, будет грязно, придется отвечать. И недоглядевшим чиновникам в первую очередь. Vreau ca fiecare gard pe care îl aveți în sector să fie în atenția dumneavoastră. Peste tot am zis că este foarte mult de lucru în continuare în ceea ce ține de salubrizare. Dumneavoastră tot arătați cu degetul, atunci domnul Burdiumov pleacă din funcție, pleacă din funcție din urmă. Domnul Carp din urmă pleacă din funcție. Prietorul și toți cei care se fac responsabili. Чиновники лишатся портфелей, а вот остальные – денег. Facem apel către asociații de locatari să se implice activ în curățarea curților de bloc și drumurilor trotuare în aceste curți și anunțăm că în cazul în care o să depistăm peste 25 de zile, cam așa dăm ca un răgaz prima perioadă, nu o să fie intervenut, să se intervină, o să aplicăm prevederile codului contravențional, iar amenda e până la 1800 de lei, inclusiv și pentru persoane fizice. Население призывают поддерживать общественный порядок и принять участие в генеральной весенней уборке.